Олег Владимирович Пензин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба, у нас в эфире. Приветствуем вас, Олег Владимирович. Я вас также. Ну что ж, чем грозит нехватка кадров? Действительно, как это связано с безработицей? Так как верить в российской статистике вообще бессмысленно, мы еще об этом позже поговорим. Как в идеальной системе, скажем так, экономической, эти два параметра соотносятся? Ну, в действительности, в Российской Федерации сегодня есть очень низкая безработица, это правда. Причем она меньше 2% сегодня. Для нормально работающей экономики нужно минимум 5%, такой как российская. Почему? Ну, в любом случае, традиционно есть некие социальные группы, которые перемещаются по территории страны, проходят процесс переобучения, не работали и работать не будут. Ну, то есть всегда есть определенное количество людей, которые не заняты общественно полезным трудом. И в нормальной экономике этих людей, как правило, 3-4%, плюс 1% всегда там плюс-минус, это тот активный потенциал, который может быть привлечен в случае резкого увеличения потребностей в рабочей силе. Плюс всегда традиционно Российской Федерации помогали трудовые мигранты из стран Средней Азии. То есть вот таким образом формировался рынок труда, который обеспечивал Российскую Федерацию до активной фазы боевых действий, до начала войны. Сейчас ситуация в корне меняется. Во-первых, миграционная политика Российской Федерации сегодня резко ужесточилась, и очень многие люди, которые приезжали раньше на заработки, теперь не едут, что мгновенно создало очень серьезный дефицит в отраслях, которые традиционно имели очень низкий уровень механизации и требовали достаточно большого количества рабочих рук. Это сельское хозяйство, это строительство, это жилищно-коммунальное хозяйство. Второй момент, который нужно понимать. Вся экономическая активность российской экономики сегодня напрямую завязана с прямым бюджетным финансированием. Когда у вас идут огромные вливания денег в предприятия военно-промышленного комплекса, когда для того, чтобы создать условия для 2-3 сменной работы, повышаются заработные платы, создается достаточно серьезный социальный пакет, естественно, это очень здорово переманивает кадры с других отраслей, в первую очередь тех, которые относится к отраслям гражданским, к сельскому хозяйству. Поэтому уже наметилось очень серьезно, когда вы говорили о существенном дефиците рабочих специальностей, то в первую очередь это в гражданских отраслях. В первую очередь отраслях переработки сельской продукции, сельхозпродукции, создания товаров народного потребления. Когда мы говорим с вами о ресурсах в любой стране, они ограничены. Они конечны. Речь идет и о материальных ресурсах, речь идет и о трудовых ресурсах. И вот ситуация с трудовыми ресурсами сегодня в Российской Федерации очень сложная. Причем опыт так называемой частичной мобилизации, который проводился в 2022 году, показал для российского руководства следующее, что при мобилизации 300 тысяч человек 2,5 миллиона покидает страну. Причем речь идет о людях трудоспособного возраста, как правило, мужского пола. И как следствие, тот момент наметившийся дефицит кадров резко усилился. Поэтому вопрос с частичной мобилизацией сейчас может просто поставить Российскую Федерацию на грань полного отсутствия трудовых ресурсов, которые, в принципе, невозможно будет заместить ничем. Поэтому так осторожно и так с опаской на сегодняшний момент обсуждается вопрос мобилизации в этой стране. Однако, еще раз говорю, в любом случае, на сегодняшний момент, даже вот при той картинке, которая сложилась, Российской Федерации не хватает, ну, как минимум, в месяц, 30-40 тысяч мигрантов, которые традиционно приезжали, а сейчас не приезжают. Так что в этой ситуации, я думаю, что проблема с трудовыми ресурсами будет ухудшаться и дальше.
Та миграционная политика, которая, да, мы видим за последний год, действительно привела к таким последствиям. Даже уже там профильные министры говорили о том, что очень плохая картина с этими ресурсами, что мигранты действительно сегодня выбирают другие страны для работы, особенно это выходцы из Центральной Азии, не едут уже в Российскую Федерацию, а много очень не выезжают для того, чтобы работать, в частности, ну, в тех же европейских странах. Но если мы говорим о том, что ситуация в ближайшее время как раз миграционной политики со стороны Кремля не улучшится. Вот вы сказали, что ну, далее ситуация действительно будет ухудшаться. Но может ли это привести к каким-то глобальным последствиям, в частности, к остановке работы части каких-то предприятий? Ну, мы уже с вами слышали очень интересные тенденции, когда трудовой ресурс планируется восполняться за счет, например, трудовой мобилизации в Северной Корее, да, вот как бы для работы на российских предприятиях будут приезжать северокорейские рабочие, которые будут работать. Кроме всего прочего, обсуждается активный вопрос, да и, собственно, уже есть примеры этому, участие северокорейских военных в войне с Украиной. То есть, таким образом, за счет Северной Кореи Российская Федерация старается решить те глобальные проблемы, которые у нее возникли и с мобилизацией, и с трудовыми ресурсами. Ну и в действительности вы правильно сказали, вопрос контрактной мобилизации, который очень сильно стимулировался за последнее время резким увеличением одноразовой выплаты. По некоторым регионам она достигает ну, где-то приблизительно 30 тысяч долларов. В среднем это где-то 20-20 плюс. Да, действительно, это делается за счет средств региональных бюджетов. Но, тем не менее, мы должны с вами понимать, что весь этот процесс, он как бы конечен. Почему? Потому что ну, возможности бюджета в любом случае ограничены. Так что, когда мы с вами говорим о поиске альтернативных, таких, я бы сказал, нестандартных решений с привлечением северокорейцев, вот, собственно, это тот путь, по которому сейчас активно старается идти Российская Федерация. Но нужно понимать, что это тоже далеко не выход из той ситуации, которая сложилась на российских предприятиях. Олег Владимирович, но мы же вот, когда говорим о корейцах, о мигрантах в целом, а вообще о недостатке людей, кадров в России, мы говорим о квалифицированных рабочих, о высококвалифицированных трудящихся, или это все-таки неквалифицированный труд? Ну, смотрите, опять же, когда мы с вами говорим о рабочих специальностях, то нужно понимать, что любой станочник должен иметь определенные навыки и опыт для того, чтобы без травматизма, без проблем сразу стать станку. Да, и будут, скорее всего, какие-то там программы быстрого обучения, работы на станках, но нужно понимать в любом случае, что, конечно, наиболее привлекательным для Российской Федерации сейчас является миграция людей хоть с какими-то трудовыми навыками, хоть с какими-то навыками в рабочих специальностях. Уже я не говорю о более высококвалифицированном труде, который на сегодняшний момент для России является достаточно проблемным, потому что найти хорошего инженера крайне сложно. Так что в этой ситуации ну, мы должны понимать, что да, любое предприятие, которое готово нанять там, иностранных трудовых мигрантов, должно быть готово к тому, что оно вот, будет проводить курсы обучения, будет проводить какие-то мероприятия, связанные с повышением квалификации людей, которые они привлекают. Понятно, что люди, которые приедут, будут совершенно неквалифицированы с точки зрения вот, тех потребностей, которые имеют сегодня машиностроительные предприятия. Они прибегнуть к... Ну, они вообще много к чему могут прибегнуть, но, например, к труду детскому, к труду... Ну, если нам какие-то элементарные вещи, они так любят сравнивать себя со сталинской мобилизацией, когда, помните, хронику, дети снаряды делали и так далее. Ну, смотрите, я думаю, что вряд ли на сегодняшний момент эта ситуация будет идти в этом направлении. Потому что, ну, в конце концов, детский труд – это такой же неквалифицированный труд, как труд любого трудового мигранта. То есть определенные формы там, привлечения молодых людей на какие-то, скажем, профессии вполне возможны, но я думаю, что вряд ли это в Российской Федерации получит массовое явление. Намного привлекательнее на сегодняшний момент привлекать все-таки вот трудовых мигрантов из
той же Северной Кореи. Более того, это люди предельно организованные, военизированные. И я думаю, да, вопрос очень серьезный по поводу квалификации. Но эта квалификация, естественно, будет приобретаться уже в процессе, ну, получения тех производственных травм, которые объективны вот здесь с привлечением людей с низким уровнем знаний на рабочие специальности. Умная. Олег Владимирович, обязательно увидимся. Нашим зрителям напомню, Олег Пензин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба, был сегодня с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.